Я когда сюда ехала, я думала, для меня, конечно, именно в этот день, когда я стала сегодня, галочка будет, что я каждому ребенку, находящемуся тут, подарю улыбку, потому что я понимаю, что это путь к выздоровлению, и, конечно, и к нашему благополучию, и к благополучию детей, поэтому я буду продолжать участвовать в этих традициях. Стань частью нашей команды.